студенты азербайджанского происхождения совершили намаз перед зданием правительства Грузии в Тбилиси. Таким образом, Ассоциация азербайджанских студентов Грузии выразила свое несогласие с решением властей Адыгейского района устроить библиотеку в здании бывшей мечети села Мохе. 19 октября несколько мусульман вышли на акцию протеста в самом селе Мохе и воспрепятствовали началу строительных работ. Полиция арестовала 14 человек по обвинению в административном нарушении. В настоящий момент все задержанные отпущены. Цель нашего сегодняшнего собрания здесь – сказать руки прочь от святынь. Это относится и к мечетям, и к церквям, не имеет разницы. Мы тут собрались ради любви. Не имеет значения азербайджанцы, русские, грузины, армяне. Для нас самое главное – наша человеческая любовь, наше человеческое отношение друг к другу. Мы же все граждане Грузии должны любить друг друга. Когда происходит разрушение мечети, а именно разрушение произошло, это является попранием святынь. Это очень нездоровая ситуация. Когда происходит такое, мы вынуждены поднимать голову. Такое не должно происходить. Поэтому мы надеемся, что правительство осуществит нашу надежду и больше такого не повторится. И наша сегодняшняя акция посвящена тому, чтобы больше такого не произошло. Мы меньшинство, и когда происходит такое разрушение святынь, мы чувствуем себя оскорбленными. Мечеть, о которой идет речь, намерены вернуть представителей суннитской общины Грузии. Однако на площади собрались азербайджанцы, которые исповедуют шиизм. Как говорят сами студенты, контакты с местными суннитами у них происходят достаточно интенсивно. У них всегда контакт, ничего проблем нет. Все шииты и сунниты друг друга, они очень... Извините, просто со стороны выглядит, знаете, так как жизнь доброй воли, потому что азербайджанцы чаще всего шииты, и сейчас вы встали на защиту суннитской церкви. Вы, не знаю, знаете ли нет, в Коране написано четко: везде мусульмане, браты. Сегодняшняя наша акция посвящалась солидарности мусульманам Грузии, в частности, проживающим в районе Адыгейне в селе Мохе. За последние два года со стороны властей ведется систематический характер, практически это политика дискриминации мусульман Грузии. На сегодняшние наши здешние молитвы мы проявили свою солидарность к мусульманам, проживающим в Грузии, а также наше требование от государства не провоцировать общество Грузии, потому что мы никогда не испытывали таких проблем. Мы всегда жили в спокойствии и в мире. Грузины – мусульмане, грузины – христиане. Собравшиеся молодые люди говорят, что они с детства знают об исламе, обучены намазу и читают Коран. Однако в последнее время они испытывают определенные трудности. При Шеварднадзе, при Саакашвили была разная политика в отношении? Да, конечно. Во времена Шеварднадзе было совершенно другое отношение. Со стороны правительства чинились препятствия в отправлении ритуалов. Но во времена Саакашвили все поменялось. Мы смогли все делать свободно. А сегодня времена опять поменялись, потому что вот в нашем селе есть мечеть, но она уже не называется мечетью. Мы вынуждены называть ее ритуальным залом или банкетным залом, но она все равно является мечетью. Да, и еще последний момент. Скажите, а со студентами других конфессий, с христианами, с православными, есть ли проблемы или они толерантно относятся? Не,
Нет, я, например, толерантен. Для меня нет разницы, кто они по нации. Может быть, армяне, может, грузины. Или принадлежат другой религии, например, христианству. Я ценю человечность. У человека должна быть человечность. И не нужно делиться по религиям и нациям. Акция прошла без эксцессов. Азербайджанские студенты продемонстрировали свой протест мирным способом, не создав конфликтной обстановки.